Привет! Нужно расправиться с кучкой тварей, ты идеальная кандидатура! Эти кристаллистки настоящие ублюдки, разве нет? Научный термин. Выясни, откуда они взялись, и я заплачу тебе маленькую денежку. Это метафора. Я заплачу тебе совсем не маленькие деньги. Это просто словосочетание, которое мне нравится. Вперед! К едким пещерам! Миссис Харчек, today a miner found a crystal formation near the alien ruins, but it started moving. The creature appears perfectly peaceful. I don't think it's ever seen a person before. Not now! Here! Go play with my hat! Here! There you go, Blue! Shut up, Jack! We're calling it Blue because of the color of its, We saw a couple more of these creatures hiding in the ruins. I recommend moving the dig site for obvious reasons. Security officer Booth, sign it off! Мисс Бут, мы приняли во внимание вашу заботу об этих существах, но шахты мы переносить не будем. Корпорация Даль отправила на эту захолустную планету свой крупнейший горнодобывающий корабль-убежище ради добычи кристаллов. И вы их нашли. Окружите этих существ, чтобы мои горняки извлекли из них кристаллы. Миссис Харчек, I don't think you understand. You can't mind these creatures. They're living beings. Without the crystals, they'll die. Sanctuary could easily find another dig site. My security team and I are not hunting these creatures for you. Period. Security officer Booth, signing off. Мисс Бут, напомнить вам условия контракта? Ваш отряд должен помогать горнодобытчикам. Ваше несогласие с моими действиями не имеет значения. Заткните рот, возьмите оружие и доставьте мне мои кристаллы, как послушная девочка. Listen, you heartless bitch. My team has guns. Your team has pickaxes. Move the ship or we'll move it for you. Security officer Booth signing off. Оружие есть не только у тебя, милая моя. А теперь, если никто из отряда Мисс Бут не хочет ничего сказать, давайте сюда эти проклятые кристаллы. История. Возвращайся при первой возможности. Я тебе когда-нибудь произносил свою речь «Человек – настоящее чудовище»? Вспомнилось.